Сегодня 10 мая 2014 года. Находимся в поселок Потеряевка, Мамонтовский район. Вот. Это у нас детский православный лагерь «Стан». Сейчас вот брат Игорь Третьяков занимается починкой граблей. Потому что дерево гниет, где гвоздики забиваются. Приходится ремонтировать. В этом году приехали у нас с Крестово-Звижинской Барнаульской общины братья, сестры помогать в лагере уборку территории. Все зеленеет, весна, березки красивые. Вот Виктор Андреевич трудится. Согласно заповеди Божьей, в поте лица своего. Кто не работает, тот не ест. Да, это точно. Не накормит тогда вас повар-то. Вот красота. Это вот так кили обрушается за счет снега. Когда снег наметает, весной сходит и все слазит. Но в этом году Господь помиловал еще. Мазать кили мало с амуном. Ты все, брат, сделал, да? Да, сделал. Вот, Нина Александровна работает тоже. Так. Вот у нас подвал, где хранится у нас летом соленье, варенье, овощи. Вот у нас тут столовая, где мы обедаем, потом столы сделаем, установим. Это кухня у нас. Сейчас пока электричество не подключено, пока не все сделаем, всю работу. Вот. Так, дальше идем. Вот у нас вышка смотровая. Вон скворец сидит. Скворцы специально для них сделаны. Домики. Вот он красавец какой. Скворец любит подражать разным звукам. Вот. Так вот у нас в этом году выглядит. Вот еще одна сестра помогает. Нина. Как у вас по отчеству-то? Николаевна. Николаевна. А вот это вот куда складывать? А это вон туда, к дровам, за ограду. Ага. Там видите. Нина Александровна там складывает, увидите. Дрова. Это у нас пекарня. Здесь мы хлеб печем. Для лагеря «Стана». Вот. Это у нас, как Вавилонская башня называется, детишки любят на нее залазить, смотреть с высоты. Это бум, с которого некоторые ребятишки падают. Бум. Это научаться равновесие вырабатываешь в себе. Вот. Это у нас аналое. Здесь мы читаем утрами Евангелие, Слово Божие, молитва происходит, колокола. Это созыв на обед, на молитву, на сбор каких-то либо, идти в храм. Это наш участок. Тут у нас Виктория. Сейчас она еще только начинает отходить после зимней спячки. Это у нас женские кельи, девичьи. Там у нас вот виноград, но он пока еще только начинает отходить. Такое все пошарпано, как в песне поется, обшарпан дождями, прогрызен мышами. Это кели у нас такие вот, весной все происходит.
дочке Ильи. Здесь старший воспитатель. Старший воспитатель спят с мальчиками вместе. Это у нас комната отдыха. Здесь ребятишки отдыхают, в теннис играют. Здесь у нас как спортивная площадка. Ну и для ребятишек качели. Вот турники. Кто поджаристый, тот может покувыркаться, поподтягиваться. Ну а кто толстый, тому приходится потеть, трудиться над собой. Вот качели у нас. Вот высокие качели. Постоянно какой-то ремонт требуется, заборы ремонтировать. Там вот вдали степи кругом. Ну все, вот такая зелень, просто глаз не насытится. Чудные дела Господа велики. Да, аллилуйя.